Вы? А старший есть? Да. Что значит, кто нужен? Вы кнопку ужали или кто? А? Ну а что случилось? Вот он вышел, Герман, товарищи. Он ждет Игорь Иванович, чтобы дверь открыли, не ворвали. Зафиксировали? Зафиксировали, да? Отлично, Герман Валерьевич! Отлично, Герман Валерьевич! Молодца, молодца! Поздравляю! Не пишите это заявление сразу же. Налез. Тюрьма твой дом! Молодец, молодец, браво! Вот позорище. Подонок. Молиться молчит. Вот что при вас не вести. Если что хотят, то и делают. Пожалуйста. Что вы стоите там? Бьют человека, вы стоите. А вы думаете, вот эти. Вы что, не видите, что ли? Ой, вот это да. Ну молодец. Ну молодец, ну молодец. Ну, вот ты. А вы говорите. По договору за работу не пускать, никого не пускать, не пускать. А местная охрана куда? Отойдите от двери, он хочет открыть. Кстати, а вы были свидетелями, кстати, хулиганских действий? Сотрудники полиции были свидетелями хулиганских действий. Я сейчас поеду в травмпункт снимать побои. Потому что они и есть. В любом случае, удар был не слабый этого человека. Так что, товарищи сотрудники, вы сейчас были свидетелями хулиганских действий самозванца, который уволен 2 недели назад. Заявление сегодня будет, и освидетельственные штрафпункты будет. Свидетелей много. Да. Так что, он вот она. За это. Как она борьба. Исполняющий главы сельского поселения. Не пускает ни главу, никого. На что? Потапчук приватизировал это здание. Он хочет из него сделать торговый центр. Как выкупить? Ну это там, у нас самое то, что есть. Ну торговый центр у него не получится. Почему? Здание подходящее, парковка есть. Ой, вообще, это ужас какой-то. Вообще ужас. Ужас. И вы говорите, где ты найти полицию? Бандит стоит и руками размахивает, и тишина. Была бы я мужик, я давно все бы тут размолотил, к чертовой матери. Я дома неграмотно. Мне вроде женщин неудобно.